Девчонки, всем привет! Сегодня будет влог. Я думаю, вы поняли уже это по названию. Сегодня нам предстоит очень насыщенный день. Я не знаю насчет того, какой он будет долгий и прочее. Я ставлю на то, что он будет просто насыщенный. Мы готовим для вас с другими девочками новый проект. Ну как, не то что проект, да, а такое одно. Это даже не совместное видео, а в одной тематике. Я надеюсь, что вам это будет интересно. Не буду открывать пока что всех карт. Я думаю, что по ходу того, как будут происходить события, вы будете входить постепенно в курс дела. Вот. Не знаю, посмотрим, как я все это потом смонтирую, как все выйдет. Извиняюсь за то, что я трогаю волосы, потому что они сейчас из-за того, что только после помыты, они очень рассыпчатые, поэтому не получается. Сейчас я вам покажу, во что я сегодня буду одета. Это мой стандартный такой вот наряд. Сегодня должно не будет дома дня два, наверное. Нас выпиливают из дома на определенную точку местности рядом с Москвой. Вот, поэтому беру с собой кое-какие вещи, но какие именно вещи я взяла с собой, наверное, покажу уже там. А сейчас вам покажу то, во что я оденусь. Это свитер с Choices, да, вот так вот пишется их сайт. Не знаю, будет вам видно или нет. В общем, девочки, это самый лучший сайт лично для меня, потому что там вещи действительно очень хорошего качества, несмотря на то, что вы немного переплачиваете, это намного лучше. Вот, и джинсы. На ногах будут уги. Я вам сейчас, в общем, цедлся, наверное, образ, когда уже оденусь, покажу. Вот, сейчас сверху будет куртка, потому что я думаю, что для шубы еще рановато. Да, вот, хотя я очень люблю шубы, но как-то еще не настолько холодно, в общем, потому что если будет еще дальше холоднее, я уже напялю шубу, то будет не печально. Вот, сейчас оденусь, тогда покажу вам, во что же, ну как выглядит этот образ целиком. Лирическое отступление, посмотрите, как красиво. Я вообще, на самом деле, фанат видов из окна. Я очень довольна, что у меня на обеих квартирах очень красивые виды. И здесь, ну не знаю, нет, так не надо делать, господи, камера. То есть вот здесь вот, там вдалеке, не знаю, большой палец, смотрите. Там получается лес, грубо говоря, и, в общем, не знаю, мне очень нравится, как выглядит небо и как выглядит для школы. Сразу остается такое ощущение, скажем так, уют. Вот так все это выглядит, то есть мой шарф, блин, я из него не вылажу, потому что он мне нравится, джинсы, уги, и да, там бардак, ну ничего страшного, и зеленый свитер, да, сейчас одену пальто, вам покажу, как еще все это будет выглядеть вместе. Соответственно, вот так вот будет все это выглядеть пальто, тут на пальто такие вот вставочки, типа квадратиков, вот, да, такой, скажем, раздолбайский, в общем, лук, не знаю, как это назвать. I'm just missing you. Never flying low, and I know this love will grow. Do what you want, be what you be. I know for sure you're my destiny. When you bring the sun again, you are more than just a friend.
feeling stronger every day. Trust your love will make my day. Don't play a symphony to me. You're not sure, you're my destiny. Сделать прическу, не знаю, как вам, мне безумно понравилось, в общем, да, буду делать влог дальше, да, я только что выпала из кадра, оказалось, это совсем несложно, единственное, что, да, затратно по времени, но не так уж и бедово, как я думала, вот, поэтому буду снимать дальше, как именно делать прическу, я думаю, вы увидите немножко в другом видео, не в этом, вот, да, сохраню такую интригу, но я вам сразу скажу, что это стоит того. Да, мне безумно просто нравится. И кто бы что ни говорил, что у меня открывается мой большой нос, мне все равно, собственно говоря. Вот. Не знаю, они прям живые волосы, видите? То есть их как вот что с ними не делай, они будут оставлять укладку. Единственное, конечно, я пожгла себе палец, когда делала. Это больно. Девчонки, быстрый раунд-тур я вам устрою, потому что номер просто как бы огромный, и, ну, в общем, да, это я, привет. Номер действительно огромный, и я считаю, что вот такими это номер действительно высшего разряда, в том плане, что, ну, он очень красиво сделан. Вот, то есть тут, получается, входишь, получается, здесь кровать, на самом деле, на видео выглядит все гораздо ближе, хотя, по идее, масштабы номера, они гораздо больше. Вот, здесь зона-то такая чиллаут, она отделяется как раз-таки такой ширмой, огромный телек, диванчик, здесь от Веллы как раз-таки фруктики, вот, там за окнами же просто сейчас ночь, там огромный балкон, очень красивый, я вам его с утра именно покажу, вот, здесь нереально мягкая кровать, кровать просто как бы как мягкая, как небеса, наверное, тоже огромный телек, у меня сейчас тут сомнительная музыка играет. А потом что? Наверное, сейчас включим свет. Или не включим? А нет, включим. А самое главное, что здесь есть, это весы, на самом деле, потому что здесь кормят ужасно вкусно. Ну, как нельзя сказать ужасно вкусно, но нереально вкусно, в общем. А, да, шкаф. А, и поэтому весы, в общем, очень нужны, потому что нельзя себя практически контролировать. Вот такие вот ящички, ящички, ящички. А потом еще один шкаф. Да, я уже там свой свитерок повесила. Потом, самое классное, что здесь есть, это ванна. Ванна просто действительно огромна, потому что, во-первых, есть ванна, здесь офигительный теплый пол просто нереально теплый. Как бы это странно ни звучало, но он очень горячий, я бы сказала. Также здесь есть огромная душевая комната, как в лучших просто традициях мне 16, да, вот эти вот Sweet Sixteen, где показывают как раз таких дома. Здесь просто нереальная душевая, она огромная здесь для человека, который здесь просто будет сидеть. Правда, кстати, я не знаю, что это за грязька. А нет, это не грязька. В общем, что-то здесь нечисто. Назовем это так. Шампуньки всякие разные, скамеечка, чтобы посидеть. Все это находится в огромных постоянных зеркалах. То есть, мне кажется, в таком номере нереально стать жирным, потому что есть весы и есть огромное количество зеркал. Если есть огромное количество зеркал, никогда жирным ты не станешь.
Вот, очень красиво сделана ванна. Туалет я вам не буду показывать, потому что я ненавижу показывать толчки. Вот, опять же, зеркало, халат, разные принадлежности, включая зубную щетку, набор для бритья для мужчин, ну, или для женщин, не знаю, если вы усатая женщина там, или, допустим, мыло, пепельница, потом тряпочка, не тряпочка, а как его... Губка для тела, также еще что-то, что уже не помню. Палетка офигительная, здесь лежит от этого года от Виктории Бонни, потому что я уже ей сегодня пользовалась. Опять же, огромное зеркало. Дальше зеркало с подсветкой увеличивающее. И вы не поверите, но здесь есть собственная комната для спа. Вы знаете, я была очень удивлена, но выглядит как бы она вот так вот. Не знаю, сейчас здесь свет. Ай, какой здесь горячий пол. В общем, выглядит она вот так. Да, то есть здесь есть отдельная комната для спа. Это просто что-то нереальное. Дверь это ведет обратно в коридор. Ай-ай-ай. Ножка. Горячо, горячо, горячо. Вот, так что, девочки, этот номер просто... Я считаю, что данный номер – это мечта. Никак иначе. Еще вам сейчас с утра буду показывать балкон, потому что балкон стоит отдельного внимания. Это самый лучший балкон, который может быть в жизни. Вот, ну и как стандарт, наверное, сейчас я вам еще быстро покажу, что здесь вот как раз-таки там вот, где обычно стаканы и прочая фигня. Здесь еще лежит плед, но это вообще, в общем, во многих отелях. Также здесь есть холодильник вместе с мини-баром. Ну, как бы ни для кого это не секрет, ничего. Здесь есть дверка, дверка просто открывается, как бы получается, что зонирование такой комнаты. Да, то есть сделано все нереально продумано, нереально круто и нереально, не знаю, там, в общем, много-много раз нереально. Вот это тоже отгораживается, в общем, ширма получается отдельная спальная зона. Так что, девочки, это просто идеальное место для отдыха. Конечно, я понимаю, сколько это стоит. Я согласна, что это стоит действительно очень много, но вот вы посмотрите, это действительно того стоит. Да, наверное, дальше буду показывать вам то, что мы делаем, если мы сейчас пойдем на какие-нибудь а-ля... водные процедуры, не знаю, если у меня сейчас на это хватит сил, потому что уже как бы вечер-ночь, вот, мой аутфит уже составляет просто босиком и в рубашке, наверное, не знаю, сейчас, может, вообще футболку одену. Значит, прически, вот, кто бы что ни говорил, а прическа, не знаю, опять же, вы можете сказать, нет, ты делаешь лучше, нет, у тебя волосы красивые, капримые, мне нравится в жизни, это выглядит действительно очень красиво, а-ля Red Carpet Style, то есть стиль действительно красной ковровой дорожки. Наверное, на видео это видно, ну, не с той позиции, с которой я это вижу. В том плане, что всегда на видео несколько по-другому передаются цвета, фактуры и прочее. Но вот понимаете, данные прически, я вам сейчас скажу даже сколько времени, данные прически где-то примерно, ну, не 12 часов, но часов 9 абсолютно точно. И она держится как бы вот, ну, такой же пружинистой, кто бы с ней что ни делал, да, то есть она держится на своем месте. Вот, так что это очень круто. Вчера, это вот то, что вы видите сейчас на голове. Не знаю, прикольно. Синяки, да, под глазами, сплю уже двое суток по 5 часов, организму явно не хватает сна, сижу, пока что жжу виноград. Я всегда на самом деле хомячу. Да, есть такая у меня особенность. Надеюсь, что достаточно быстро отмонтирую влог, и также скоро на моем канале вы увидите поэтапное создание прически, которое вы видели в середине видео. В середине видео. Вот. Да, я надеюсь, что вам будет это интересно посмотреть. Не знаю, как вообще снимать влоги или нет, но мне кажется, что такой влог его стоило снимать. Да, классный маникюр у меня, и я просто от него тащусь, поэтому постоянно жестикулирую, и даже смотрю сама на свою руку, потому что он мне безумно нравится. Вот, не стала для вас снимать никакие там спа-процедуры и прочее, потому что был обычный спа-педикюр, и, в общем, мне кажется, что это уже как бы too much. Вот, я надеюсь, что вам понравилось, я вас всех очень сильно люблю, всех целую, и всем пока!